Двое 25-летних подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности. Кражи люков и решеток они совершали как ночью, так и днем. Перевозили похищенное на автомобиле. Выйти на след злоумышленников помогла изъятая запись камер видеонаблюдения. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки была установлена машина, на которой передвигались злоумышленники. Вскоре их удалось задержать. Ими оказались двое 25-летних приезжих из сопредельного региона. Как рассказали подозреваемые в кабинете следователя, кражи они совершали в Центральном и Хостинском районах. Люки и решетки сдавали в пункты приема металла, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. В отношении приезжих возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Объясниться придется и владельцам пунктов приема металла.